Добрый день. Пришел мне маршрутизатор или роутер, как правильно его называть, от фирмы Xiaomi. Это как бы не мини даже, а молодежный вариант. То есть он еще меньше. Работает только в одном диапазоне 2,4. Ну и размеры меньше, естественно. Обошелся он мне, не помню, долларов 16, по-моему. Недорого. В комплекте, сейчас посмотрим, что у нас в комплекте. Сразу вот такой блочок. Блочок 5 вольт, 1 ампер выдает. Обычный микро USB. Не знаю, видно будет. Такой аккуратненький, но не с нашей розеткой. У нас там еще сам маршрутизатор, роутер. И инструкции должны быть, наверное. Больше в комплекте ничего нет. На корпусе, на коробке точнее. Ну, такие основные характеристики. Какой Wi-Fi раздает. В принципе, здесь больше ничего и нету. Серийные номера. Инструкция на китайском языке. Здесь расположение USB, Reset. Ну, в принципе, сейчас посмотрим на самом устройстве. Такую пленочку упакован неплохую. Вот он так выглядит. Размеры совсем маленькие у него. Не знаю, здесь размеры указаны, нет. Даже размеры не указаны. Имеет роутер две антенки. Поворачивается в одной плоскости, вверх-вниз, как бы вот так. Такие сделаны из пластика, литые как бы. На таком вот механизме. Здесь стальное. Выглядит очень аккуратненький, небольшой. На верхней части только надпись Mi. На задней стороне у него три порта получается. Один для подключения интернета, два для подключения двух устройств. Питание подается микро USB. Ну, обычный микро USB, потому что в отличие от этого молодежного варианта, роутер мини Xiaomi, у него отдельное питание, отдельный кабель питания. Ну, к мини можно подключить было, ну, был порт USB. Здесь порта USB нету. Ну, он и в отличие от мини варианта, только одна сеть поддерживается, Wi-Fi 2,4 ГГц. В отличие от мини, у него 5 есть. Гигагерц 5 и 2,4. Два диапазона. Здесь только один. Такие вот прорезиненные ножички у него. Длинненькие. Здесь маленькие такие. Здесь решеточка такая сделана. Почти по всей плоскости. Здесь отдельно кнопочка Reset есть. Где-то в одном из отверстий. Ну, здесь характеристики, серийный номер, MAC указан. Здесь у нас световой индикатор, светодиод стоит. Не знаю даже каким цветом. Разберусь, сниму видео, как подключить. Что буду пробовать. Если будут вопросы, пишите, отвечу на вопросы. Туда, может быть, и видео сниму отдельно по подключению. Также, может быть, вот попробую соединить вот с этим устройством, если получится. Так что спасибо за просмотр. Пока-пока.